Здравствуйте. Прямые эфиры на Медиа Информ начинают свою работу. И сегодня будем говорить о самом дорогом, о самом важном, что есть в нашей жизни. О наших детях. А именно, как максимально безболезненно, безвредно вылечить ребенка от простудных заболеваний. Кроме того, обязательно поднимем вопрос о вакцинации от полимелита, который достаточно остро на сегодняшний день муссируется в средствах массовой информации. Поговорим о всех за и против. И рада вам представить нашу сегодняшнюю гостью. Знакомьтесь, Оксана Владимировна Юрина. Оксана Владимировна, врач-педиатр высшей категории Одесской железнодорожной детской клинической больницы, да, правильно, и поликлиники. Все правильно. Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас. Спасибо, что в такую ненастную, дождливую погоду вы все-таки приехали к нам. Спасибо Оксана за приглашение. Оксана Владимировна, скажите нам, сейчас сезон простудно-вирусных заболеваний. Существует вот та профилактика, которую, может быть, вы советуете мамам, ну и, соответственно, маленьким пациентам. Что не нужно забывать? Значит, смотрите, вопрос настолько обширный и неоднозначный, что вот так вот даже мы, может, с вами в 5 минут и не уложимся. Что самое главное я должна вам сказать? Ну, самое что профилактика простудных и вирусных заболеваний не начинается в разгар простудных заболеваний. То есть это ошибка. Было лето, была весна. Каждая мама должна думать, как оздоровить своего ребенка. Либо после школы на каникулах. Правильно? Правильно. Либо ребенок, если в садике, ну, наверное, есть у папы и мамы отпуск, есть возможность отдохнуть. Мы живем на море, мы живем в Одессе. Плюс мы живем в замечательном городе. Это фрукты, это свежий воздух, это выезжать к морю как можно чаще с ребенком. Это нормальный, здоровый образ жизни, прежде всего, и который начинается не сейчас. Он уже закончился, понимаете? То это, кстати, относится и к закаливанию. Сейчас поздно начинать ребенка закаливать. Поздно. Это нужно было делать с весны, с лета. И постепенно уже входить в период простудных заболеваний. Что можно сказать на сейчас? Минимум контактов с больными людьми. Я поэтому специально говорю, вот акцентирую слово «людьми». Не только с детьми. Не только с детьми. Людьми. Потому что больной взрослый человек гораздо более опасен для ребенка, чем ребенок его ровесник. Ну, так вот, так уже сложилось исторически. Поэтому, если ребенок закален, он хорошо кушает, правильно кушает свой полноценный детский стол, он получает витамины сезонно, курсами, он привит. И он посещает детский сад. Это чуть позже, да? О прививках обязательно. В принципе, сегодня, если у него нет контакта с острым, вот лихорадящим больным ребенком или взрослым, он не заболеет. А что вы скажете вот по поводу, ну, скажем, химических витаминов, да? Вот многие мамы все-таки. Говорю сразу. Не забывают. Профилактики ОРВИ нет. Это острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Мы не можем ребенка посадить, перевернуть стакан или стеклянную колбу, парник, да, теплица и изолировать его. Это невозможно. У человека, у ребенка формируется свой собственный иммунитет. Но он не защищен перед новыми вирусами, которые бомбардируют нас из космоса или неизвестно вообще в принципе как. И как они мутируют, эти вирусы. Понимаете, каждый год не только... Ну, грипп тоже подходит под острые вирусные заболевания. Грипп, но он каждый год разный. Поэтому угадать невозможно. Только профилактика контактов, ограничение ребенка от контактов с больными людьми. Все. Оксана Владимировна, а вот существует такая статистика, что все-таки чаще всего дети болеют, когда переступают порог детского сада. Кто-то мало, кто-то больше болеет. Это нормально. Есть вообще такие дети, которые это не нормально. Болеют в детском есть саду? Такие. Вот смотрите, в принципе, эти дети, которые часто болеют, они относятся в свою группу часто болеющих детей. Вот смотрите, ребенок находится в своей семье, в своем доме, в узко, так сказать, очерченном контуре. Где? Свои инфекции, свой иммунитет устоявшийся. Ребенок попадает в детский коллектив. Это естественно, что он контактирует. 30 человек, а 30 человек. И если ребенок, если мама загодя не подготовила ребенка к поступлению в детский коллектив, а мы об этом говорили ниже, как, да? Он начинает контактировать. И все вирусы, простуды начинают с этим ребенком контактировать в том числе. И он начинает болеть. Но смотрите, даже по статистике, если ребенок при... Ну вот впервые он пошел в детский сад, ребенок 2-3 годика. Это нормально, что он будет болеть 1-2 раза в месяц. Но никто не сказал, что это вирусные инфекции. Не обязательно. Это могут быть банальные ОРЗ. Острые респираторные заболевания. Чуть-чуть сопельки, чуть-чуть горлышко, чуть-чуть покашливание. И
для того, чтобы поставить диагноз, покажите ребенка врачу. Не занимайтесь самолечением. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, я думаю, что... ОРВИ и ОРЗ – это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Понимаете? То есть, я так понимаю, мама, которая собирается отдать своего ребеночка в садик... Готовь его за полгода. Подготовиться, конечно. Пока не спешит на работу выходить. Конечно. Да? Почему? Знаете, вот у нас в Одессе любят детей отдавать вот летом, в конце лета, вот еще тепло, а жары нет. И ребенок... А почему не в начале, кстати? Можно, чтобы можно, но не на зиму. Я к чему хотела подвести? Самое главное. То есть не на зиму, вот не в ноябре. Вот смотрите, что сейчас делается. Вот ребенок пошел в сад, потому что мама выходит из декретного отпуска. Нет, мама должна была позаботиться за 2-3 месяца и потом плавно пойти на работу. А ребенок адаптировался в детском саду и ходит себе. Ну, мне кажется, все так понимают. Именно нет, вот это такую не схему. Все. Нет, вот и оно. Поэтому так много часто болеющих детей. Оксана Владимировна, мы обязательно продолжим. Хочу ответить на звонок. У нас есть дозвонившийся. Здравствуйте, говорите, вы в студии. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Будьте добры, ну вот все-таки отдали ребенка в садик полгода назад, и он болеет, часто болеет простудными заболеваниями. Может быть, имеет смысл на зимний период забрать из сада и... А какой возраст, ребенка? 3,5 года. Вот как раз вопрос в тему, правда? Да. Мы вот продолжали вот да, буквально об этом это тоже говорить. Практикуется, да. Если мама замечает, что ребенок, ну, невозможно, она с больничного на больничный, и что бы она ни делала, не закаливала заранее, то есть нормальная, адекватная мама, а ребенок болеет, да, есть смысл на зимние месяцы не водить ребенка в детский сад. Или все-таки вот запастись каким-то терпением, неделя дома, неделя в саду. Понимаете, если каждое заболевание у ребенка, да. Ну, как бы запускается, мы лечим его дома, показали врачу, потом начинаются антибиотики, и если это каждый раз, каждый месяц, с антибиотикотерапией, какое сердце матери выдержит? Я думаю, ну, конечно, что нет. Конечно. В общем, действительно... Понимаете, если... в любой ситуации мы должны исходить из интересов ребенка. В любой ситуации. А не из интересов мамы. И как складываются у нее проблемы на работе, понимаете? Потому что ребенок должен стоять во главе угла. Потом да. уже все остальное. Если уже разделить, как так, говорится. Конечно. А дети разные. Да, потому что начинается, конечно, плотная дружба с педиатром, с лором, но, а еще хуже, с аптеками. Вернее, сложнее и дольше с иммунологом, когда начинаются сдаваться иммунограммы, начинается там, допустим, какая-то коррекция иммунитета, и в это время ребенок продолжает посещать детский сад и опять продолжает болеть. О чем мы можем говорить? Нет. А если вот такая частая картина заболевания, вы советуете, например, мамам на приемы все-таки обращаться к иммунологу? Да, я советую. А с чего он начинает вообще? Я понимаю, что вы не иммунолог, но где-то все равно рядом педиатрия и... Ну вот смотрите, ну, есть разные изменения. Какие-то анализы вначале сдаете, да? Иммунограмма. Все знают, всех на слуху. И врач-специалист, иммунолог, он смотрит звенья иммунитета. Где есть пробел? Понимаете, где вот есть пробелы и что нужно восполнить, и какими средствами. Не обязательно какие-то иммуномодуляторы, понимаете, нет, есть же и другие доступные методы. Но должен заниматься специалист, понимаете, каждым делом должен заниматься специалист. Мне кажется, ну, есть, наверное, часть людей, которые испугаются, потому что сейчас нет, настолько дорогие анализы. Смотрите, врач-иммунолог – это очень достойное, очень широкого профиля сейчас это врачи, понимаете? И в государственной структуре они тоже есть? У нас есть врач-иммунолог, у нас на кафедре, мы же работаем, так сказать, то есть, в объединении. Можно! У нас много, Одесса большая, можно куда угодно. Конечно, куда хотите обращайтесь. Но начните со своей городской поликлиники, где ваш ребенок состоит на учете. Потому что в любой городской поликлинике в штате есть иммунолог. Подойдите, познакомьтесь, поговорите, обсудите. Не все так страшно. Оксана Владимировна, вот поражает всегда, вот, скажем, такая антигуманность некоторых медиков. Почему на сегодняшний день забыли о простых дедовских способах лечения? Например, ну, я думаю, что об этом мы можем говорить. Да. Пертусин не является рекламой, это настолько... Это чебрец, всего-навсего чебрец, да, и калиобромид. Плюс-минус 10 гривен в аптеках. Сама недавно искала, как говорится. Искать не пришлось, он везде, в каждой аптеке. Потом, почему-то в последнее время банки, которые, ну, мне кажется, мамы, бабушки, каждому ставили в детстве, вот почему-то поддаются критике. Плюс горчишники существуют, растирания, в конце концов компрессы медовые, те, которые, да, неприятные, но 2-3 дня и ребенок в строю. Вот ваше мнение вот по поводу лечения? Все-таки вот смотрите, опять мы возвращаемся в начало нашего разговора. Да. Давайте не будем заниматься самолечением. При первых же признаках, ну, чего-либо, мы обращаемся к врачу, но не к бабушке,
ни к дедушке и ни к соседке. И вот доктор, да, сказал, да, у вас ОРЗ. То, что я говорила, понимаете, не вирусная инфекция. Вот будем разграничивать немножко. И вот если у ребенка банальное ОРЗ, да, хотя они бывают разные, иногда ОРЗ вылечить дольше, чем вирусную инфекцию, тогда да, в комплексе, в схеме лечения с удовольствием, пожалуйста. И теплые ножные ванночки, и ингаляции щелочные мы делаем, и какие-то компрессы мы делаем. Пожалуй, и травки мы заварим. Это все замечательно, все прекрасно работает. Mm-hmm. Но нужно, понимаете, тонкая такая грань. Обязательно обратиться. Обратитесь. Mm-hmm. Обратитесь и поставьте диагноз ребенку. Ну, это же несложно. Mm-hmm. Начните с самого простого. И доктор вам расскажет, что можно, а чего не нужно. И все. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, потому что порой действительно и такие сумасшедшие рецепты неадекватные. Смотрите, бывают же ужасные ситуации. Я же с этим сталкиваюсь как практикующий врач. Да. Когда приходят на там 7-й, 8-й, а то и 10-й день болезни, где действительно бабушка при работающей маме лечила ребенку, ну, простуду, будем так говорить. Пытались справиться самостоятельно. И чем это может вылиться, понимаете? Ну, отит, ангина различная, а пневмония, воспаление легких. И тут мы говорим, как же так? Мы же лечили дедовскими способами, но оно не помогло. Поэтому давайте все вовремя. Первое, вот просто алгоритм действия. Ваш ребенок заболел, обратитесь к врачу, поставлен диагноз, схема лечения, а уже в дополнение в схему мы можем уже все что угодно. И потом, смотрите, как бы на реабилитацию. Банки, я согласна, при каком-то бронхите. Вот, а смотрите, почему они, кстати, критике поддались? Вот смотрите, что такое банки? Ну, при обычном, ну, не бронхите, при простудном заболевании, ну, не будут ребенку ставить банки. Не будут ставить банки ребенку 2-3 лет. Ну, это невозможно, это понятно, понимаете? Да, да, да. Что такое банк? Мне кажется, 5-летнему даже сложно. Вот был бы у нас стакан пустой, я бы показала. Там создается вакуум, обжигается банка с огнем, помните? Ребенок повернулся, увидел, что страшно. Ребенок повернулся, натягивается ткань вместе с подкожно-жировым слоем в ту банку. Становится все синее. Уже страшно. Ой, поймите одну такую простую вещь. Вот я сейчас обращаюсь ко всем родителям. До легких банка не доходит. Она создает вакуум и создает синяк в подкожно-жировом слое в коже. А вот когда начинает рассасываться этот синяк, считается, что оно оказывает какой-то иммуноподстегивающий такой, знаете, эффект, иммуноподстегивающий только при рассасывании синяка, гематомы. Но до легкого, извините, не дойдет. Угу. Да. Ну, значит, ошибочное мнение. Горчичник? Да, я согласна, идет прогревание. Тем более сейчас горчичники не те, которые были старые, а горчичники современные. Более щадящие, пожалуйста, да? Конечно. Да. А что скажете насчет физиотерапии? По-моему, даже очень люблю, кабинеты очень замечательно. Не везде, да, в поликлиниках? Смотрите, острый период физиотерапия противопоказана. Ребенок лихорадит. Какие физиопроцедуры? Да. А потом, когда он уже второй-третий раз пришел к доктору, доктор его контролирует, смотрит течение болезни. Сданы анализы, доктор смотрит, какие анализы, как уходит, какая динамика. И назначает тот же электрофорез, тот же кварц на миндалины в носик, сразу все подсушивается замечательно. Целый арсенал колоссальный, опять же, в любой городской поликлинике. Обращайтесь, узнайте, какие физпроцедуры есть в вашей поликлинике. Узнайте, пользуйтесь. Но многие мамы не хотят ходить, где массовое скопление людей. Есть же метод все-таки купить ингалятор домой, да? Прекрасно. Тем более на сегодняшний например, день конечно. Компрессорные, да? Если на сегодняшний день, понятно, немецкие это будет дорого. Есть замечательное. А можно же какое-то отечественное? Можно. Как вы за это? За. Только за, да? Руками и ногами за, да. И все-таки хочу понять, если это обычная простуда, вы как педиатр советуете простые сиропы? Вот с чего-то начинать простые. Простого? Да. То есть, смотрите, простуда, не назначаются противовирусные препараты, не назначаются. Обильное питье, травяные сборы, чаи, правда, тот же пертусин, если ребенок покашливает. Очень простые, какие-то таблетки для рассасывания, очень все просто. Молоко с боржоми, с маслом какао, например. Вот это все относится, так сказать, калины, малины, редька на терку с сахаром или с медом, если ребенок может переносить. Это да, работает прекрасно. Мне уже нравятся ваши методы. Понимаете, замечательно. Но нужно вот, должна провестись диагностика. Покажите ребенка врачу. Прежде всего. И лечите. Прежде дополнение. Всего. Пусть бабушка будет довольна. Да, пусть бабушка будет довольна. Хорошо. А если говорить опять-таки о старых методах, перед походом ребенка в сад, смазывать ли носик антивирусной мазью, как это было можем раньше? Назвать старую... Работает этот рецепт? Да, старую добрую оксалиновую мазь. Тут ничего такого нет. Это...
Да, пожалуйста, кожу под носиком смазываем перед садиком, и ребенок приходит, первым делом моем руки и умываем лицо, допустим. Но это если, естественно, здоров ребенок, то есть сопли, да, извините, раз он, ходит в детский сад, значит, он здоров, но профилактика все-таки какая-то есть, оксалиновая мазь все-таки работает. Если мы говорим о простых средствах, да. Ну, о простых, но проверенных, которые проверены, до сих пор работают, что очень важно подметить. Существует спрей в нос, который создает местный иммунитет. Угу. Замечательно, который, ну, нужно тоже, допустим, месяц поделать это. То есть это, опять же, возвращаемся к тому, что ребенок, мама знает, что ребенок пойдет в сад и готовит его. Что хотелось бы еще отметить? Вот, например, если мы говорим, сравниваем советское время и сегодняшнее время, многие говорят, что ничего подобного, простыми не вылечится, потому что мутируют инфекции, вирусы, может быть, штампы даже другие. Вот с научной точки зрения, но простым абсолютно человеческим языком объясните, как вот дать этому объяснение? А при чем тут советское время? Ну вот говорят, что на сегодняшний день такие инфекции, что очень сложно вылечить простыми способами лечения, поэтому вот разнообразие такое сиропов сложных. Ой, давайте так начнем. Мутируют инфекции или не мутируют? Смотрите, инфекции, вирусы мутируют. Да? И человек, ребенок, будем говорить о ребенке, за свою жизнь до тех же 5 лет сталкивается с таким огромным количеством вирусов, что может быть, что какие-то препараты на него... давайте будем так говорить. Если вот нельзя называть какие-то препараты, да, старый добрый ремантадин, который стоит 16 гривен, но который работает только при определенных штаммах. Гриппа! Ну, ребенку уже не проведено вирусологическое обследование и сказал, что у него какой-то там банальный грипп А. Сейчас же гриппов много. Мы же все знаем, мы все смотрим средства массовой информации, понимаете? Каждый год он разный абсолютно, конечно, да? Абсолютно. Но и, к сожалению, какой вирус гриппа мы перенесли в этом году, становится известно буквально уже в конце сезона, когда уже все переболели. Понимаете? И вот эта вакцина, которая... Кстати, да, вот сейчас многие предлагают вакцинироваться от гриппа. Я не могу сказать ничего плохого, ничего хорошего. Ну, как бы, понимаете... Опять же, если нет контакта у ребенка с лихорадящим папой, дедушкой или в садике, он не заболеет. Он просто не заболеет. И я хочу продолжение, что как, допустим, эти вакцины, может быть, конечно, будут спорить со мной производители, никаких названий называть не буду, но вакцина готовится постфактум. То есть переболел население. Переболела, конец сезона, проводятся вирусологические исследования, делается вакцина того гриппа, который был. Мы будем колоть ее в этом году, не факт, что этот грипп был прошлогодний. Некоторые боятся прививаться, А человек мог просто физически переболеть, у него свой собственный иммунитет к этому гриппу, который был вчера. Поэтому к вопросам вакцинации все подходят индивидуально. Это вот решение каждого. Есть предприятия, где эта программа на предприятиях, и сотрудники прививаются. Я вам хочу сказать, эффект тоже неплохой. Ну, то есть здесь вот на личное и такое вот субъективное усмотрение. Прививки от гриппа не входят в календарь прививок для детей. То есть это дело индивидуальное. Ну, если мы уже так подошли к прививкам и о вакцинации, давайте поговорим о вакцинации от полимелита, которая, да, тема действительно очень, может быть, сложная, потому что очень много противостояний, много, конечно, людей, которые только за, которые прислушиваются к медикам, к педиатрам. Вот в данном случае, что это была вспышка, либо это был случай отдельный в Закарпатской области вот этим летом? Расскажите нам, вот как значит, специалист. Значит, если вкратце, смотрите, в принципе, полиомиелит, это относится к энтеровирусам, то есть кишечным инфекциям, вирусным, напомню, на которые не действуют антибиотики. Лечения от полиомиелита нет вообще. То существует, есть сыворотки тоже никакой нет? Как, допустим, от столбняка, дифтерии нет. Полиомиелит не лечится. Вот чем он страшен? Я хочу это донести в каждое сердце, в каждую душу, каждой мамы, каждой бабушке. Полиомиелит не лечится. Но он относится к управляемым инфекциям, понимаете, чем вакцинацией. И только при какой-то кратности вакцинирования ребенка у него вырабатывается иммунитет. Ему не страшен никакой вирус, особенно дикий вирус полиомиелита. К сожалению, значит, у нас Украина до
2014 года была объявлена Всемирной организацией здравоохранения территории свободной от полиомиелита. Даже Индия была объявлена в 2010 году свободной от полиомиелита. Представляете? А теперь у нас в стране есть полиомиелит. Да, два случая. Дети в Закарпатье 10 месяцев и 4 годика. 60 дней у них протекал острый вялый паралич. 60 дней. И ни один врач не был уверен, что с этими детьми будет потом. Слава Богу, я говорю, не стесняясь, слава Богу, они выздоровели, вроде как без последствий. Может быть, какие-то будут отдаленные последствия, пока с этими детьми все в порядке. И самое главное, эти дети не привиты. Были не привиты. 10 месяцев и 4 годика. То есть возраст совершенно разный. Их объединяет только то, что они не привиты. И еще раз напоминаю, полиомиелит не лечится. Хорошо, на государственном уровне вот что сейчас предприняли? И насколько действительно серьезно надо к этому относиться? Значит, смотрите, приказ, я даже принесла его с собой, да. Министерство охраны здоровья Украины. Этот приказ от 16 октября 2015 года, то есть он совершенно свежий, о том, что это дополнительно к общему календарю вакцинации, тоже свежий, за январь месяц 2015 года, дополнительно проводится вакцинация от полиомиелита. Это три тура. Капается в рот две капельки, либо детям, которые не привиты вообще впервые. Я немножко не так начала. Дети, смотрите, ребенок... Нет, все понятно. Да, понятно, да? Да, да, конечно. Либо это дети привиты, им дополнительно капаются капельки в рот, ослабленной полиомиелитной вакциной, три раза в возрасте от 2 месяцев до 6 лет. Но в бедро... Дети, которые не были привиты от полиомиелита вообще, да. Вот не привит ребенок, даже в составе вот, поливакцины, да, вот мы делаем дифтерия, столбняк, коклюш и так далее. То есть не было ее, да. Вот ребенок не привит. Впервые ребенок, обращаюсь ко всем, обращайте на это внимание, впервые ребенок прививается от полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакцины, называется ИПВ, и она колется в бедро. Только в бедро, да? Да? В ягодицу нежелательно, по приказу, по сертификатам нет, только в бедро. Первая вакцина, первая прививка, инактивированный полиомиелит. А в дальнейшем да. Ему капаются капельки. А через сколько второй тур? Значит, смотрите, первый тур у нас начался, и он продлился 3 недели, по 9 ноября. Угу. Потом месяц перерыв, и вот 7-8 декабря у нас начинается второй тур. Угу. То есть месяц от последнего дня тура. И так 3 раза. Угу. 3-кратно дети прививаются. Вторые туры идут по 2 недели. Я хочу обратить внимание родителей. Первый тур был 3 недели. Вы успевали за 3 недели прийти в поликлинику, привить детей. 2 последующих тура будут по 2 недели. Они короче. Хорошо. Мы сейчас пытаемся донести это все-таки с экрана телевидения. Да? А скажите, сколько на сегодняшний день в процентном соотношении отказов? И какая мотивация, конечно, мам? Значит, смотрите, я не могу так сказать. Я же не представитель облздравотдела, да? Так угу. сказать, или горздравотдела. Я могу сказать, например, по нашей поликлинике, да, у нас. Ваши. Не так много отказов. Не так много? Не так много. То есть отказов. Нет. Вы проводите какую-то лекцию, пытаетесь донести это словом? Это работа. Словом. Слово убедить. Лечит. Вначале было слово. Правильно? Да, да. Только да. Словом. Нужно иметь рычаги воздействия, понимаете, на родителей. С каждым мамой мы работаем индивидуально. Лекция это бесполезно. Потому что есть же мамы, которые конечно. Абсолютные противники. Вот как и вы знаете, им на мой вопрос, почему? Почему, да, вот кстати, почему? Ни одна мама мне... Кто-то где-то слышал, какой-то сарафанное радио. Аргументированно не сказала, почему. И вот это я называю синдром ОБС. Одна бабка сказала. Почему? Как в Одессе. Да. Как в Одессе говорят. Угу. Почему? Никто не знает, почему. Ну, смотрите, при этом же сама мама-то привита. Привита. И я хочу сейчас вот сделать такой акцент, очень важно. Во всяком случае, я так думаю, что это очень важно для всех. Полиомиелитом, в принципе, не болеют дети до 3 месяцев. Вот я вот хочу всех так вот обратить внимание, до 3 месяцев нет. Почему? Через плаценту мама, которая в свое время была привита, передает ему иммунитет. Почему календарь прививок вот с 3 месяцев был, теперь с января 2015 с 2 месяцев? Именно поэтому тоже в том числе трансплацентарно мама передает иммунитет ребенку, и он не болеет. А когда у него утрачивается этот иммунитет материнский, мы его начинаем прививать. А представьте себе, что ребенок не привит вообще. Вирус, который, кстати, мы сейчас даже с вами не обсудили, вирус, который лабораторный,
инактивированный, ослабленный, так я говорю, так взагали, в общем. Вот да, вот. Он же попадает, он же выделяется с фекалиями у ребенка привитого. Выделяется в окружающую среду. Мы сейчас говорим о путях передачи. Я говорю о жизни. И в фекалиях он хранится до 6 месяцев. Хорошо. И этот лабораторный вирус, он может мутировать, понимаете, и будет равнозначен по степени опасности дикому вирусу полиомиелита. Вот чем опасно. В общем, рисковать своими детьми нельзя, я считаю. Мало того, никаких последствий, противопоказаний и побочных эффектов достаточно легко проходит. Вообще никак. Да? Ну вот мы сделали первый тур. Слава Богу. Сейчас смотрят меня мои мамы. Я передаю им всем большой привет, моим дорогим деткам и моим дорогим, да, пациентам. Никто не жаловался. Я отвечаю за свой участок работы, понимаете? Но мы же работаем с коллегами, я же знаю, мы же общаемся. Все прекрасно. Вакцина, кстати, я вам хочу знать о самой вакцине. Да, верить, да, самое важное. Откуда она? Чья институт вакцина? Луи Пастера во Франции, который стоял вообще об истоках, кто хоть чуть-чуть тема интересуется, вообще у истоков создания вообще иммунопрофилактики вакцины, это институт Луи Пастера. Его именем и назван. ЮНИСЕФ, программа международная, в Украине ЧП. Бесплатно выделилось 2 200 000 вакцин полиомиелитных. Это ОПВ, то есть ослабленной капельки. Да, да. И инактивированной, не могу сказать, какое точное число, но тоже достаточно много. Мы будем прививать. Значит, смотрите, каждая мама, она имеет право поинтересоваться, какой вакциной буду прививать моего ребенка. Прививочный кабинет – это не казарма и не тюрьма. Мама заходит с ребенком и говорит: прививочной медсестре, пожалуйста, а могу я ознакомиться, да, с тем, что вы делаете? Во-первых, есть сертификаты, сопровождающие документы каждой вакцине, которые совпадают с сроки годности, там абсолютно вплоть до пути транспортировки. Это все указывается. На самом флаконе существует термоиндикатор, он так и называется. Термоиндикатор, где в темно-фиолетовом, будем говорить так, квадратики, более светлый квадратик. И пока этот светлый квадратик внутри светлый, чем окружающий квадратик, вакцина годна. Там сроки, там все по часам высчитывается, это очень серьезно. Поймите. То есть можно наглядно это все увидеть? Никто не будет рисковать, она реально. Угу. У нас приходили мамы с телефонами, которые фотографировали, даже снимали процесс вакцинации. Ничего здесь такого нет, мы все живем в такое время. Это нормально? Интересуйтесь, спрашивайте, и вам ответят. Но бояться вот так, знаете, взагали, потому что кто-то где-то что-то сказал, но я считаю, что это так вариантов нет, это получается. Преступление. Вариантов нет. А теперь мы говорим, знаете, еще о чем? Вот смотрите, сейчас у нас осталась буквально минута, поэтому уже? Мы постараемся коротко. Ну, да, полчаса очень быстро. Самое главное проходит. Я скажу, дорогие мои девочки, мамочки, дети сейчас массово привиты в детских садах. Ваши непривитые дети катастрофически рискуют. Да, вот скажите, водить или нет? Не взять их в детское учреждение сад не может запретить. Все на совести мамы. Но дети сейчас начали выделять в нашей канализации, в сточные воды, вирус полиомиелита, а ваши дети не привиты. Делайте выводы. То есть вы советуете в данном случае, если смотрите, по каким-то их причинам... три тура, и в общей сложности 40 дней, 40 суток этот вирус может быть жизнеспособным. То есть 40 дней минимум ребенка водить в сад сейчас непривитому ребенку мама не может. А если ребенок аллергик, например, до какого момента... Аллергик на что? Ну, например, скажем, да, вот как мама любит говорить, у меня нет противопоказаний ребенок, к вакцинации к полиомиелиту. Нет вообще, да? Это называется жизненные показания. Если на чашу весов паралич, понимаете, паралич полный, не восстановился, либо вакцинация, которая проходит бесследно, ну, наверное, нужно как-то адекватно подходить к ситуации. Выводы, дорогие родители. Так что так. Ну, во всяком случае, пока ребенок не привит, вы советуете забрать его с детского сада. Да. Это да. Обязательно, да? Да. И потом постепенно да. прививается, да. И, пожалуйста, ходите. Если, да? если он привит, хоть когда-то где-то получил какую-то вакцину, да. Особенно от полиомиелита, вводите его в садик, но начинайте прививать дальше. Спасибо. Мне кажется, что мы все были достаточно убедительны. Ну, во всяком случае, со стороны Оксаны Владимировны это звучало очень убедительно. Я надеюсь, мы были всем полезны и мамам, и папам, и, кстати, и бабушкам, и дедушкам, потому что все-таки дети – это то ценное, это то радостное, то, что есть в нашей жизни. Но у нас в гостях, я хочу напомнить, была Оксана Владимировна Юрина, врач-педиатр высшей категории Одесской железнодорожной детской поликлиники. Мне кажется, все-таки у меня сложилось такое мнение,
мнение, прежде всего врач, я не знаю, может, меня кто-то осудит по ту сторону экрана, но мне кажется, врач, который не по специальности, а прежде всего вот по призванию сердца работает с детьми. Спасибо. Поэтому выращивайте вот таких вот больше специалистов и побольше бы таких действительно педиатров. Спасибо. Потому что вы работаете непосредственно с детьми, и спасибо, мы вам их доверяем. Работаем. Поэтому смотрите Медиаинформ, всего доброго, не переключайтесь, с нами всегда интересно.